В школу-то я пришел, так получилось, на год раньше, чем все. Пришел в 6 лет. Все шли в 7, я пришел в 6. И понимаете, что в школе год разницы – это пропасть. Это ты всегда будешь самый мелкий, самый младший. Конечно, тоже не могло не отразиться. Вот, и было все, конечно, да, и было тяжело. Вот, и мама, зачем ты ради меня, брат? Зачем я такой? Почему? Как же так? Вот, да, на что мама мне ответила очень просто, что почему тебя дразнит-то? Почему рыжих дразнит? Почему не дразнит там брюнетов, блондинов, там русых, я не знаю, почему именно рыжих? Я говорю, потому что я там такой один. Правильно. Потому что ты такой там один. И что, помогло? Да.